Спасибо за просмотр, ребята, уважаемые мои подписчики и подписчицы. Всем привет, всем добра. Спасибо за лайки, комментарии. Спасибо за поддержку. Работаем. Ну, вот так тут все быстро происходит. Не успел я одеть. Уже прибежали, забрали. Теперь вот кухонный уголок. Тоже кто-то его раздербанил, разорвал. Не знаю кто. Я сшила. Сейчас будем заниматься этим уголочком. Доброе утро, уважаемые мои подписчики. Ну вот, что я вчера успел сделать с этим уголочком. Чего-то вот мне осталось. Сидушечки. Сзади. Спросить, что тут было. Техническая ткань или основная. Непонятно. Вот, и он еще кухонный уголок, но он раскладывается. Здесь такой механизм выкатывается. Вот, короче, чуть-чуть осталось. Вот, там были зацепы. Были зацепы. Чуть кружку свою не разбил. Были зацепы. Ну вот я два нашел. Два нету ответных. Вот. Ну я сделаю, наверное, два болта тупо. И все. Продолжаем. А тут вот, ой, катушечек сколько. Девчонки посмотрят. Ай, эти разноцветные всякие разные. Вот такой, ребята, уголок получился. Осталось забить вот сзади. Решили основной тканью, потому что ткани дохренища. Вот так вот. Тут открывается коробочка, шкатулочка такая. Тут вот это убирается. Закатывается туда. Вот такая вот красота получилась. Оцените, напишите комментарий. Маэстро делает мебель. Так, эти полосочки вроде совпадают. Все нормально. Все ништяк. Такую я фигню сшу. Это задник. Для чего? Вот я его прибил, да? Где я его прибил? А вот там я его прибил.
Вон они, скобочки. Сейчас эта фигня закрывает скобу. Это, конечно, зад, но качество остается качеством. Сзади тоже должно быть красиво. Особенно у женщины. Ну все. Последний этап. Упаковка на адрес. Сегодня его ждут. Доброго времени суток, мои уважаемые подписчики. Ну вот вчера я подразошелся к вечеру, замострячил такую вот изголовье такое кровати. Как всегда, визиточка. Но не без косяка. Еще есть вот эти боковые царги, так называемые. Накосячила пошвеюшка. Вот мой диван уже упаковали. Единственное, попросили поднабить подушечки. Вот. Но вообще на фабрике, когда делают, их делают по весу. Каждая подушка по весу. То есть поднабить их смысла особого нет. Их бы обработать парогенератором. И весь вот этот синтишар, он поднялся бы. Но нету здесь парогенератора. А вот царги от кроватки. Вот передняя. И вот она накосячила, короче. Скос вот 45 градусов. Это передняя. Передний бампер. Это боковые. Вот. И углы разные. То есть на боковых сзади прямой угол. А она сшила вот так же. И ну можно. Она говорит, что ты не можешь сделать? Я говорю, я могу сделать. Но вы пробовали носок вверх пяткой одеть? В принципе, можно одеть, но неудобно ходить. Так, так же и здесь, как бы. Так что продолжаем делать мебель. Что-нибудь сниму попозже. Спасибо. Так, такое вот кожаное сиденье из двух долей. Это вот внутренности. Сиденье. Вот швея пошила. Кожа натуральная. Как же быть, кожа не натуральная, не знаю. Вот здесь вот хотел показать. Вот здесь, значит, липучка. Одевается чехол. И вот это место, чтобы форму держалась, здесь липучка. Вот при приклеивании липучки. Вот, короче, пульвер. Надо мазать две стороны. Клей такой поролоновый. Когда две стороны пшикаешь, короче, ну, соответственно, мужчины поймут. Крепче соединение происходит. Эту сторону. Все, чуть даешь. Короче, выстояться клеем пару минут и монтируешь. Ну вот, липучки приклеены. Вот, потом сейчас пока пойду покурю, они окончательно приклеятся. Проверить краешки, поджать везде. Вот видите, место много клея напшикал. Вот, вот это место надо будет посмотреть внимательно. Все, пару минут, 5 минут клей подернется
И все, одеваем чехол. Вот он, старый чехол. Здесь кожа глянцевая, но она уже вот заплаточки тут приклеили. Кстати, хорошо было приклеено. Вот. Вот результат. Такое сиденье. Можно еще феном погреть. Разойдутся вот эти морщиночки. Вот такое вот сиденье от дивана. Вот еще это. Ну вот так тут все быстро происходит. Не успел я одеть. Уже прибежали, забрали. Теперь вот кухонный уголок. Тоже кто-то его раздербанил, разорвал. Не знаю кто. Швея сшила. Сейчас будем заниматься этим уголочком. Так, ну отвлекли меня от кухонного уголка. Вот срочно кроватка, изголовье. Такое. С такими прибудами. Все сзади вот так вот. Все четенько, красивенько. Сейчас. Где-то был стрейч. Стрейч. Вот он. Сейчас будем упаковывать. Уже водитель мчит. Клиенты хотят кровать видеть. Ну, не успел я доделать сегодня уголок кухонный. Я уже дома. Вот так меня встречают дома. Такой ужин. Всем приятного просмотра. На связи. Пока как-то так. Работаю. Всем спасибо за поддержку, за комментарии. Спасибо огромное.